как отмечают День Победы. Этот день проводит очень большой парад, и вся военная техника ездит. Танки, машины такие военные. А еще бывают пушки. Катюша. Катюша – это машина, как обычная, только у нее сверху ракеты. Я еще видела, вот когда была маленькая, что вот самолеты такие вот окружили на небе. Они там мне рисовали, какие-то бумажки разбросали. Там было написано: всех фашистов побьем. Устраивают парады, запускают салюты, делают реконструкции. Минуты молчания. Безмерный пол. Это когда плакаты делают о погибших родственниках на войне. Ну, чтобы вспоминать о них. Стреляли в небо. Одевают ленточки. Чередует цвета в полосочку черный и оранжевый. Черный означает дым, а оранжевый – огонь. Ходить на фейерверки, возлагать цветы. На вечный огонь. Или на памятники, или на стелы. Становятся грустные, потому что там они вспоминают про своих друзей и войну. Мы туда тоже подходили, ложили цветы. Я помню, что я очень старенькому дедушке, который прошел всю войну, положила цветы. Чтобы наши ветераны гордились нами.